Надя. Ты забыл у меня свой веник. Как же ты меня нашла? Ты все-таки непроходимый тупица. Боже мой, и здесь начинается то же самое. Надеюсь, это не Ипполит. Здравствуйте, Маргарита! С Новым годом, с новым счастьем! С Новым годом! Как же, здравствуйте! Еще раз, ну, Маргаритка. С новым счастьем! Где эти? Будите, будите! Ну, что, опять? А что там? Будите его, Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Но как я мог ошибиться, а? Ведь я никогда не пьянею. Да? Тихон, я рад, что ты, Женечка, и ты, Галя. Ты, Галя, вот, что мы твои друзья, что, так сказать, Галя Жень, тебя про... перестань обниматься, когда с тобой разговариваю. Мы не можем перестать. Мы слишком давно не виделись. Мне совершенно не мешает. Тебя раздражает? Меня нет. Женечка, я рад, что Галя, мы рады, что Галя тебя простила. И рады, что ты, наконец, нашел Галю. И мы счастливы. Вот все вместе, я думаю, что ребята... Мама. Моя Надя приехала. Вы считаете меня легкомысленной? Поживем, увидим. Ты что-нибудь понимаешь? Ты меня? А. Мне кажется так, что это не Галя. Нет. А? Ну? Ну что ты замолк-то? Скажи что-нибудь, ты ведь самый сообразительный. Ну что я могу сказать? Я могу сказать одно, что один из них Женя. Ребята. Да? Друзья мои, я вам так благодарен, что вы круто изменили мою жизнь. И что судьба забросила меня в Ленинград. И что в Ленинграде есть точно такая же улица, такой же дом. Вот такая квартира. Иначе я никогда бы не был счастлив. Мы никогда не были бы счастливы. Иначе мы никогда бы не были счастливы.